Вопрос благоустройства и межевания городского микрорайона номер 1 – это проспект Мира, улицы Ленина, Дзержинского и Советская – обсудили на общественных слушаниях. Согласно предварительному плану, который был вынесен на обсуждение, строительство новых объектов здесь не планируется, зато возможна реконструкция прежних. Так, например, Дзержинского предложено дополнить тротуарами, а дорожное движение здесь сделать двухсторонним. На Ленина 38 открыть остановочный комплекс, а на Мира – ливневую канализацию убрать под землю. Кроме того, в первом микрорайоне планируется организовать две зоны отдыха, проложить подъездные пути к детскому саду «Золушка» и спортивной школе и школе искусств, а также обеспечить все социальные объекты гостевыми парковками. Все перечисленное – предложение муниципалитета, а если у жителей появятся другие идеи по благоустройству микрорайона, в городском управлении архитектуры их готовы принять и рассмотреть до 28 февраля.